пришел, Симон, что? Да. Значит, все знаем, да, зеленый будет быстро ходить. Копар, да это, кидайте локи, короче, проклятие, ловкость. Подходим ближе, ничего никогда не стопаем, не морочимся по этому поводу. Но слизней бьем в первую очередь. Так, Жека, давай этот счастливый пей. Погнали. Они сказали Кириллу, что пулища, блядь. Ты ведешь под это. После ведешь под свет. Сразу начнем. Кирилл, мы с пулей. Я вижу, блядь. А вот если сейчас встать вместе с нокдауном перед боссом, урон делится или нет? Кого? От босса, что ли? Это лучше. Это лучше или хуже? Не знаю, что тебе сказать. Почему на Седбере не играешь, а Кирилл? Да потому что он заебал. Могу зайти. Просто миликов дофига был, поэтому не могу зашел. У тебя маг так убийц? Нет. Слушай, у тебя до сих пор ГМ-ка на паре? Нет, да ну же. А почему? Это ж лет кол, похуй на босса. Нет, косметики. Не благодарны, это дело. Значит, красного замедляешь на. Че у тебя там? А за что? Вары на ХП, крикните. Готовились, весь рейд красным играем. Медики пошли красным. Помогаем. Все делаешь сот и кричишь. Миники активно помогают. От зеленого идем сейчас после. Сейчас он будет незаметно. Надо очень быстро подготовиться. Пусть отдаем. Сильно бьем. Там бежали, теперь бежите от него, бегите, вот бегите. Так, сейчас колбы. Красные, когда готовимся. Это красный. Миликом бежит. Милики готовимся переключить. Милики пошли бить. Под зеленым уже. Милики под зеленым. Сейчас успеем перевести полгода сильно. Будет все равно слизь. Стоим возле слизь на Милики. РДР-центр. Значит, сначала убьем слизня, потом уже, когда к боссу подойдем, дадим геру. Сильно Милики в зеленого. Спиной к РДД зоне встаньте, чтобы к ним отлететь. Вот отлично. В РДД зоне стоит. Бежим. Не бежит на слизня, блядь. Кто там бежит на слизня? Убили этого врага рост. Вышли из-под коп. Забили на ДПС. Сука, куда ты повел? Кони, что ли? Пули вы возле красных. На оранжевых этих склянок бегаете. Или вам похуй, что у вас меткость минус 100%. Кого это волновало? Колбы убежали. Thank you.
танка надо кому-то? Просто третий еще токен. Ловим токен. Счастливый спекнись, пожалуйста, пока я быстро пожарю. Сейчас, квест там, быстренько сбегаю, квест там. Хорошо, хорошо. Валера, спекнись на трешком ноги, чтобы никто не упал. Защитник роль. Вот, кидал. Сейчас перебегу. А, кому я дал? А, ну, ой, не увидел ролл. К Санзелу напиши, чтобы он тебе передал. Ролана на месте бежит. Блять, я щит в банк что ли положил? Я ебу. Сука. Ну ладно. Там человек готов? Там да, квест готов. На синдру. Я забыл. Я думаю, где ж мой лед лежит. Так, сейчас мы. Раздадим контроли. Говори, кому я дам. Рокстер, кружочку. А я дам. Где он, блядь? Ай, квадратику. Давай, кружочку. Бить будем рослого, спустим вниз по ступенькам. И сап на себя забрал с танка. Эти квадраты. Thank you.
распанули в чате вот это все говно. Вы видели, что он пишет? Поиграй хилом, а тогда говори. Я и так сейчас на хиле сижу. Значит, Рокстер кружок, а я за контролем квадрата. Старайтесь не врываться. Давай, контроль. Погнали меня. Щелкнул по тебе просто, да? Да-да. Так-так. Ускорение себе ждал и спрыгнул с лестницы, и все равно отдохнул. Ну какой уход в тень. Уход в тень. Я себе ускорение дал, чтобы от них побыстрее уйти. Мне было времени еще и уход в тень езжать. Там просто так, подскуда. Мимо, лол. Промахнулся? Да, видел. Я так, тоже. У меня на мувике есть, как я поганище на вальке танчил, промах был притяжкой. А вы говорите, она не промахивается, блядь. Я сейчас кинул порчу, я тоже промазал. Чего? Порчу кинул на этого командира, тоже промах был. Ну, она пишет не как промах, а как эвейт. А кто замечал, да, кто замечает, новая штука, короче, от мили атака с урмотанка. Отражение на боссах, на мобах, отражение. Не уклонение, не парирование, именно отражение. Ну так это есть эвейт, типа резист. Но это очень редко случается. Ой, блин, у меня постоянно это случается тогда, когда я бью молотом праведника. Это вообще не весело. Я это первый раз за все время танкования. Ну, у меня что-то очень часто, хотя и мастерства я набрал. Ну, оно же не влияет, по идее. Ну вот, спасибо. Иногда Халеон, допустим, метки же не кидает. Это тоже резист. Он в панцирь из ДК попадает. Смотрите, такой прикол, короче. Я кинул на себя боб и каплю так, на этого счастливого. И что, по мне урона вообще не должно проходить, да? Смотря какой урон будет, магический или физический. Если физический, то не будет, да? Ну да, а магический пройдет. Ну, молпевчий снес почти 8 лямов наличие. Силен. Нет, это же общий урон. Переводит, но мы говорили о другом, по поводу бофа. Ну вот, физ не пройдет. Значит, можно кидать на себя боб и каплю на ВРСки, и тогда вообще не ваншотнишься никогда. Ну, если он, конечно, во тьме дышать не будет в этот момент, когда ты это сделаешь. Да, дыхание вряд ли ваншотнит, а вот физ атака у него больше. Ты Ролана Ортона списала, что-то нет? Значит, счастливый Келесета танчил. Да, я двоих могу. Келесета танчи, ДК двоих. Да. Все хорошо. Там певчий потерпел поражение от короля лича. Не, оповестил. Уберите ауру возврата ретрики. Ауру возврата уберите, пожалуйста, дымак. Маги интеллект, дайте. Был досадным недоразумением. Сила сферы. Маги, можете интеллект бахнуть по рейду одной кнопкой? О, спасибо. Опять хотел убежать от могучего вихря, но оказалось, что на мне щит ДЦ висит. Слава богу, я выжил. Освободитесь,
давай, Гера. Блять. Ни к чему-то чай на босса не держишь, например. Но он не научился еще двоих держать нормально. Ладно, он нам танчил. 25 гер оттанчил уже лича. Правда, 4. Может, БР дадите, а? Ну давай, Андряга, БР и Котлов. Без демона надо как-то, мне очень было бить, наверное. Вот он здесь, где ж ты топчешься, вот он на ступеньках, его труп лежит. Захил. Захил, захил, захил. Да, захил. У меня ж мгновенки есть, и у Холи Паунт мгновенки. Сумасов, ты пока отдохни, и мы пошли хилить этого, хилить с этого второго танка. Теперь ты отдыхай. I'm sorry, что я рак. Сейчас катушечка упадет на Рокстера, да? Бля, это бич меня убила. Не, нет. Проснитесь, бича. Воять. 20 секунд. Ничего не надо никому, имплантация там, ну просто с Герой есть уже. I'm sorry, но у меня пишет, что у меня мало маны. Так, резайте маны, не агрите, ушли назад, сдохнем сейчас, блядь. Значит, Бокстер законтролишь кружок. Я подран. Хорошо, воинственный, пактуйся. Чё там, сколько мы боссов убили? 7, 8. Ну да, получается 9 боссов, по-моему, нет? Нет, 8. Так. Это самое. Давай контроль, квадратик за контроль. Славик, ты видел, что я тебе написал? Не, так. Посмотри. Нет, просто не донесли. Так, что там? А, дойти надо. Чё ж вы квадратик не законтролили? А чё, если мокруха будет копар, чё делать? Блядь, сумку поколошь, для чая разролим нах. Ну ладно, давай так сделаем. Ну иди. Все меня одного не ждут вроде. Не, в баню нас. Иди уже. Ё-моё, чё их так много? Кто это мне пишет, без гильдии друид какой-то?
Я пишу. А кто ты? Анимал. Что там, Паганини? Угу. Ну, погнали. Войт, вот ты в Сталкер играл, а в Half-Life 2 играл? Нет. Блядь, как можно не поиграть в Half-Life 2? Ну, так получилось, что я в эту игру не поиграл. Бывает такое. А ты можешь поиграть еще. Это знаешь, это как... есть люди, которые вот Звездные войны не смотрели. Я говорю, как, сука, как ты не смотрел? Есть люди, которые Пираты в Карибском море не смотрели. Я говорю, Роман, ты смотрел Пираты? Нет. Сука, говорю, ты столько потерял. Знаю, чего там, блядь. Нужно потерять. Я первую часть смотрел, остальные даже и не стал. Ой, мне так понравился. Нормальная тема. Что такого? Момент такой классный, когда Джек Воробей тонул на корабле и сошел, короче, на причал. Это было круто. А в четвертой части, кстати, вообще моя любимая часть, это четвертая, самая угарная, самая смешная. Да. Это где это? Пенелопа Круз была, да? Да-да-да, нет, подожди, да-да, она. Там Барбоса еще, короче, такой, как... типа, на корону служит, да? Да-да-да, да, это вообще тема была. Такой, как подходит помнишь, такой, говорит, капитан, сэр, говорит, команда обеспокоена о месте нашего назначения. Тот такой, ну и что, говорит, ну они, говорит, хотят знать, типа, а тот говорит, заткнись и иди отсюда, такой. Да. Понравилось, как Джека Воробья судили, короче, да, оказалось, что это не он, и тут выходит судья, короче, Джек Воробей садится в кресло судьи и судит сам себя, это вообще было гениально. Это там его помощник был вместо него. А мне еще понравилось, как он, короче, неизвестный, притворялся Джеком Воробьем. Он его нашел, говорит, ты украл меня, и я пришел украсть тебя обратно. Это было. Мне больше всех нравится персонаж Барбоса вообще. Да, да, прикольный тип. Самый позитивный. Харизматичный. Да. Этому накостылял в черной бороде в четвертой части. А насчет Half-Life 2, ты если надумаешь сталкер играть, так ты сталкер не играй, а ты сразу мимо, короче, рукой в Half-Life 2 тыкай. Там сюжет, говорят, охуенный, я мужики смотрел. Там все охеренно, там движок охеренный. Ну, хоть он и старый, но он все равно продуманный отлично. Давайте шкаф с моим мага и цел. Озвучка там отличная в плане музыкальное сопровождение, вообще атмосферная очень игра. Крест по локу лапу инту. По крестам тоже можно крест. Значит, что твой шкаф? Менская товаренька, да? Значит, счастливый, ты в курсе, как делать квест, да? Да, прям в курсе. Значит, танк вот сумасвод, да. Твоя задача бежать с ним в первую очередь. Нет, ребята, не ломитесь сейчас укус ставить, все равно мы будем стопать. Не парите человеку квест. Если он не первый будет дамажить в босса, ну не второй, не первый будет дамажить босса, то он не получит этот дебаф и придется падать. Поэтому бейте тогда, когда я скажу ему отходить. Тебе надо будет 4 людей укусить. Так, суманули, баф выдаем, помогу по себе, чек на пул. Все остальное, все тактику знают. Сравните статы, короче. Че крест, блять, паладины. Это Бьянки, напиши, пидор, найди крест. ПМ ему удали. Все, да. А, пистола тут? Да. Ой. Еще раз чекаю. Это не то было. Ты спалил крест. Ты себя готов? Да. Значит, вот сейчас. Это здорово, хорошее, да? Тихо-тихо, сумасвод. И счастливые бегите, остальные не бейте босс. Это было неразумное!
Решай. Все, отходи, бьем. Протопал, подходи, все отлично. Еще тут какой-то ретрик в центре тусуется. Самое основное, смотри, чтобы ты успел передать его. Или говори в РК, кого кусаешь, чтобы его не укусить. Ну, тут твоя реакция. Валера тебе укус передаст. И в рейнже стой на стрелке. Я маленько вышел, кстати, теперь. Валера, ты видишь? Да все. Я все прекрасно вижу. Тебе надо будет трех человек кусить. У Оптимон скидай ей частицу на протопала хиль танка и все. Беги, малышка, беги! Так, у нас диспел, отлично. Значит, гимн на хп будет читать Клота. Читай гимн на хп. На всякий случай, чтобы никто не поточил. Ну что, ДД мало, что вы хила кусаете? Ну что вы творите? Да, забью, ничего страшного. Мы все равно будем стопать. Ты понимаешь, мне бегать, искать, кто укусить хили. Ну, не парься. Напрягись. Кидай изредка молитвы восстановления, вдруг исцеляй нас. Тут ничего, ты посмотри, какой у меня ХПС, все ДЦ сжирает. У меня вообще от хила нет нету. Страхует. Дал себе ускорение одновременно с тем, как мне ДЦ дала щит, и вместо этого медленно побежал. Ну блин, ну неужели давайте так сложно? Два хила читайте гимноману сейчас. ДЦ и Клотоприз. Потом Клота читай. Ой, блядь, на ХП вы читайте, а Клота гимноману. Хуй знает, что вы прочитали, короче, ладно. Клота гимноману. На ману. Хорошо. Так, стопаните по боссу, покурите немножко, посмотрите в небо, как вы любите это делать. Сейчас 5 секунд он передаст укус последний, ударит босса, передавай, ударяй босса. Все, хуй ДД босса. Сбегитесь, красные лучики, к тупому человеку, который не сбегается. Там пистол стоит, что-то не знаю, небо смотрит. Там маг стоит, вот видишь? Пара, как... Пам, Лолс, ты в РК. Ой, добивайте. Бабу я сейчас прожму. У тебя не получилось. Бабу КД. Так, он
Тот, кто делал квест, умер, я понял. А, нет, не умер? Нет, не умер. Не-не-не, сделался. Ну, все, беги, сдавай. Мак, ты... Я ж специально в него только... Вы что там, блядь, укусить не можете или что? Ладно, это понятно, что мозгов у вас пока что не так много, как нужно. Мак, Хирошита, ты в РК, ты меня слышишь? Причем здесь маг, я не могу тебя понять. Да ты и не видел, что ли? Вот люди бегали там, а он стоит на месте, никуда не сбегается. Ну. Факт был на мне, на Сове и на Варе, по-моему. Или на каком-то там. До этого. Слав, дай Васиста это возьмем вместо себя, ДКшника с гильдией, там болту что-то надо дальше. Короче, блядь. А кто стоял там? Не видел, кто там стоял. Ну и что там упало? А я убежал, кстати. А что ж ты будешь делать теперь? Что, бежать. Выходить и трэш бить. Этот Ray Tracel паладин АФК. Мне кажется, вот тот человек, который там стоял, и еще несколько людей надо будет менять сразу, потому что на Синдре вы просто будете стоять. Да, там, короче, щит, два токена и ДСК. Щит надо кому-то? Не, дубасик, может, не надо? Завоеватель. Рок все равно. Не, у меня все есть. О, молодец, Джека. Зачем ты запулил, непонятно. Смарт Кьюль, чё ты пулишь-то? Как я тебя сейчас ресну в трупе? В куче этих. Да не, я просто оставил на автопробежку и вешаю картошку. Я думал, он остановится где-то, он смотрит на него. Прицепись, ты лучше цепляйся за кого-то. Видишь, кто-то бежит, за него зацепился и все. Тоже хочу картошку жарить. Ладно, я тоже это иду. Жаль. Может, плащик упадет, а? Войта, это где? Ну, бегу. А что вы стоите, молитесь, да, наверное? Или как? Ну да, там
протопал на автобегу, пробежал и помер. Дубасик щит у тебя просит. Сейчас попробую спекнуться, может получится. Это у меня шея на танке нет, сейчас я себе с Вальки думаю. Хера себе у тебя героическая уже шея, бляха-муха. ДК забахаете, не? Хилы. Сейчас посмотрим, кто тут. Погнали, чё. Ну все, сушите весла, хилы по мане сели. Два приста гимномам. Все друиды заливаем, удали и хила. Штейну пустить меня на опыты. Вы на ком? Ты на Вальке. Знаешь что? Ты токен свой проиграл. Да нахуй он нужен. А, я понял.
Топор тапки забрал счастливый. Да. А с вами что было? Щит я забрал. ГЦ. Тебе что, кук еще надо, да? Заходите, блять, опять забагаете. И опять сумасвод заходит. Тут два раза багалось. Сумасвод первый бежал. И этот раз. Не должно забагаться. Ну если забагается, ты знай, вот этот вот ДК с длинным мечом, он всегда первым убирает. Че там, сумма нет? Мне кажется, нет этого багаться. У нас пока будет. А, вы только это еще бьете с волну, что? Нихуя, я быстро сходил, бля. Да, вообще быстро. Может называться чемпионом. Что это за баня такая за 10 минут? Чисто черпачок добил быстро. Так, блять, я так сполоснулся, что нахуй. С пацанами ходим в жаркую либо. Бывал так просто. Теплая вода, нахуй. Горячая. Жека, ты тут? Да. Ты в танке? Да. Ну, сейчас похилишь. Хорошо. Сумайте. А чё, ДЦ на рейте, мы все хилим валю, да? Угу. Кстати, вот ускорение. Захилишь соло рейт? Саня, ты поставил шкаф? Ставлю, да. Так, я в ретрике обратно. Счастливый будет танчить? Да. Танки, посмотрите, кто там с какой стороны из вас сумасшедший счастливый. Давайте помолимся, чтобы плащ упал. Дайте баф, пожалуйста, лапу, янту. И МП5, Бианка, по тебе, да? И лапу, друиды. Значит, Вуди будет звездочка. Все летайте вместе, хилы. Чик на пу. Сейчас подожди, ману резну. Боюсь, у меня нитро. Кирилл, ну что у тебя, червяки в жопе, что ли, или чё? А говорит, блядь, чё пуляете? Да, да, сука, нас зло, блядь, пидора. А злопамятный ты, да. Заебись он, когда вот пуляют, да? Охуенно. Мне нравится. Блин, ну блин, пуляй уже. Черепов-то будто поспела. А зачем? Блин, таргет сбился, стою в ВВ в Архилю. Портал. Блять, дайте мне хоть один портал, куда? Чё это ШП стал у портала, я не понял. Ну просто так. Перед мордой собираемся. И на чё вы в ту сторону полетели? Дайте иннер хулипалу. Дим, на ману у кого-то есть? Сейчас сзади собираемся. Фулл каст. Давайте знаете как.
Да ну вас в баню, все стаки забрали, улетели, мне не оставили вообще ничего. Первая, третья группа налево отходите, вторая, четвертая группа направо отходим дамажить. Распределились, смотрим подавление и огненных ман. Все, выхожу с порталов, не могу я там хилить, сильно много летает их. Там вы найдете спасение, хилерей. Да ну улетели, все порталы забирали, я сзади, не ждут меня вообще. Перед мордой сейчас собираемся. Что здесь с двух дверей заходят мобы. Должен стоять где-то вот посередине. Где-то вот здесь. Не захилите. Слишком рано, 25 лямов. Да ладно. Ну 20 стаков, у нас хилов 5 штук. Не 5. Ну, сейчас увидите. Лям останется хилить. Если подавление не бить, конечно, они не захилят. Так, с 25 лямов никто не хилит. Захи уйдет хотя бы с 27. Ну вот, видите, Гера спал, у нее 32 ляма. Я же говорил. Значит, еще порталы зайдут. Не важно, сколько хилу, просто если 25 лямов, никак не захилите. Вот и все. Я даже на него ангела дал, чтоб на 20% от хил по ней выше был. Все равно не помогло. Молодцы. Дайте хп, я гляну, что на хиле. Интересно прям. Это кто? Жека говорит. 18к. Сколько? 18к хп есть твой. Дубасик ты на мейн или на оффрейш? Нет, у него 18к хпс, неправильно показывает твой аккаунт. Вуди, сколько у тебя стаков было? 19. Тоже на мейн. Сколько? 19. Санзел тоже на мейн на протопало. Так, значит, Дубасик на тапке. А плаща нету, да? Как всегда. Кожа нужна? Ну что, три хила только у Валю хилил? Ну да, вы же меня не ждали, улетали, блин, быстро. Я не успел, все порталы перед... Ну значит, ждали. Никто никого не ждет, вылетайте просто за звездочкой, и все. Я просто говорю, спереди и сзади. Расстояние между нами было 5 метров, и вот эти вот 5 метров не хватало, чтобы стаки получать, когда я за вами летел, потому что вы не останавливались вообще. Чего ты говоришь? Мы когда подлетаем и ждем, чтобы на нас стак кинулся, ты можешь подлететь к следующему уже, например. Да не успела, вы подряд все забирали, и все, у нас 5 метров. Ну если ты теряешь, если ты видишь, что ты сейчас потеряешь стак, то не лети со всеми, возьми один какой-то сбоку, потом уже догоняй остальных. Один я взял и начал вас догонять, но догнать уже не смог, потому что вы нон-стопом полетели, и все, и на мне так и осталось 6 стаков, и остался в хвосте. А и ускорение уже на КД было. Да зачем ты меня кикнул, урод, а тут? Ты поехал наверх просто. Дай пати мне, блядь. Ублюдок, мать твою. Я не пойму. А у Кирилла что, два голоса? Да дай мне пати. Да ты, блядь, писюн. Я не понимаю, ты ж хилишь сейчас на шамане. Какого хрена ты на I'm sorry? В смысле на шамане? Нет его на шамане.
Понятно. Значит, у меня глюки, все. Забудьте. Каждый за себя ставлю, может, вышку заберете. Да тут больше рог да копыт. Пожалуйста, куча ледяных когтей. Не лутаются, потому что тут мечик вместо лутания висит, чтобы бить этого гада. На Вале КВ было. Ну так, а чего вы не брали? Кто вам? Кто вам запрещал? Будет съездить. Я просто не пойму. Вот Вуди Аллен, да, Кирилл? Сендер тоже Кирилл. Голоса одинаковые. Вот, блин, как вас различать нахрен? У Филипца с Сендером одинаковые голоса. Да, у Пестовы тоже. Как раз Филипца с Эдбером хорошо отличить. Легко можешь отличить мою речь, потому что в ней нет мата. Ну это понятно, так этот тоже не матерится. Ну, ребят, слушайте, вот такой перебью, знаешь, что перебиваю. Вопрос такой, блядь, вставляю наушники в комбу, да? И как-то звук по-другому становится какой-то глухой. Это как-то настолько хрипло Realtek или что это? Не знаете, может, кто-то случалось такая. Провод, наверное, перебитый, передавный. Да я, блядь, 5 наушников провод. Знаю. Причем одни наушники как-то нормально более-менее, а вторые как-то пока личными. Понимаешь, если бы ты видел, в каких наушниках сижу я, в тоненьких затычках, за компом, у тебя бы вообще все вопросы. Так я тоже в телефонах сижу, такие клапочки. У меня от плеера, короче, самые простые. Ноутбук, это вообще позорище. Да. И голос, голоса похожие, блин, вот честно, они когда не громко говорят, а говорят тихо и спокойно, то очень похожи голоса. За КВшкой сбегаю. Да, 4 дыхания, 4 пар.
Че такое? Да я пытаюсь с этими наушниками разобраться сам. Ну че такое? Да блять, я понимаешь, я вот включаю наушники, вот я вот, ну, слышу плохо рука. Там музыка ВКонтакте вообще не слышно, допустим. Не достаю, все нормально слышно. Так у меня все такие, я не знаю, лично с разъемом что-то не то, блядь. Фиг ты. Что? Чего? Наушников? Да, обычные самсунговские наушники, да. Да пробовал другие, но я просто телефон эти колы, эти наушники обычные затычки. Счастливый кулак по себе дай. Так, остал. Поставь ссылка. Ссылка 25 гир на 6.30, Олег попросил. Что-то я хотел сказать. А, я просто редко с Эдера слышу в РК. Может, поэтому немножко похоже, мне кажется. Чё, Славик, молчишь? Слышно. Слышно. Блять, у меня, короче, звук на колонках сбавлен, сука. Видишь, я до ускорения ДК он быстро поставил. Пиздёж. Ты видел, как ты вчера ставил, блять, три шага, три еды делаешь, становишься нахуй. Так если ты сам ставишь как дебил, нахуй ты учишь остальных так? Почему бы и нет? На двоябы. Третьи фазы жилой свет. Сейчас будем начинать.
А сейчас обморожение пиздец как быстро накапливается. Вы спалили? Нет. Вот сука улетела. Давайте рост. Давайте рост, нет. Сорян, ребят, вообще все купил. Мой писяк, извиняюсь. Нормально. Какой там хвост? Ты слепой, блять, бой. Пусть пизду хвост, он под переднюю лапу поставил. Ты, блядь, ослеп что-то последнее время. А какой хвост? Почему по боссу-то не ставите глубже? Потому что там весь рейд стоял под боссом. Беги, малышка, беги. Только милики вообще все. Он тупой просто этот рок. Ебать, блядь, стоял с 5 кхп, нахуй, 10 секунд, блядь. 5 хилов, охуенно. Сейчас умру. Говно. Да, спасибо большое, сделал квест. Извиняюсь за косяк свой. Да иди сам нахуй, блядь. Какую-то хуйню несешь постоянно.
Ну. Я Сань. Да какой хвост? Под переднюю лапу, под угол, где локоть у Синдры. Короче, рейд заморозился или нет за то, что я поставил метки две раза? Два раза. Нет? Я два раза точно так же поставил. Два раза на мне метка была. Давай забей, блядь, убили нахуй. Ублюдок. Давайте, чтобы не было недоразумений, Рокстер подиспалит чуму, и вы не будете париться о ней. Это дело, говорит человек. Хайпайся быстрее, блядь. Дай пайся, 10 секунд осталось. Чё ты ноешь, блядь? Да давай ему пати и давай убьем уже, а? Потом выясните. Так нормально, можно же попросить или сказать ему, ты сразу нахуй тоже посыплаешь. Счастливый. Да я ауру на броню. Зачем? Зачем вам аура от магии льда, если есть тотем, который все равно не на что больше поставить? Какая разница, у нас он опять паладинов пусть ставит. Да. Угу. Хулипал был номер один. Ну чё, кого ждём там? Да как его тут водить-то? Это ж этот, обычка. Там протопал неудобно, у него камера багается. Ну, как нет. Просто косоглазый, вот и все. Я вот отворачиваю шаркающую стену, получается, и камера у тебя упирается прямо в эту стену, и она приближается прямо в ноги. Мне это было очень неудобно, допустим. Это не знаю, у меня никогда проблем с протопалом не было. Можно в пропасть просто со спиной стать. Зачем стоять вообще в том углу, когда здесь большое классное место? Вообще не важно, где стоять. Вот о чем ну, я хотел сказать. Да, я согласен, вообще не важно. Тактика наличия заключается в треугольнике. Просто в нашем все, случае да. Треугольник стоит немного в другом месте, вот и все. Да, короче, давайте запускать там, что там. Чем там обосрадовался?
хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч... Нет. Ты пройдешь через эти мучения сам. Я? Так у меня не вкатен. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Крутой.
Дайте гимн на переходке. Ну где гимн, бля? Может, трудно? Такого не жди. Да, этот шипа все знает. А этот сделал квест, да, на Синдре? Да, сделал. Там, короче, это, напишешь Гэму, Олегу, он тебя запишет в группу. Вконтакте в очередь, короче, поставь. Я ушел, ЕП мне на это ушел. Хорошо. Что движет вами? Праведность? Не знаю. За что с Кирилла Гэмку сняли? С Эмбера? Какую гейм? Где? Вконтакте, что ли? Ну, гейм-модератор. А, в игре? Вовки? Да, гейм-мастер, да. А, ну... Я ушел, когда мне играть? Успокойся. Я никогда играть, а ты говоришь, гейм вообще будет. Да ладно, выкинули как щенка. Тряси, лишь бы подъебать, да, Саня? Да, оно так и было, ё-моё, что нет? Ну так я-то откуда знаю, да. Просто некрасиво поступили, короче. Особенно одна баба. Копар, ты тут, если, короче, вы хотите RS-25 оп, мне нужно будет отойти там чай попить минут 10-15. Если хотите, то можете собрать там БДК-й потанче, там кем угодно. Только два паладина, когда и все. Окей. Там, короче, кто пойдет, там просто сразу на Халиона по КД. Кто пойдет? Пойдем, соберем сейчас. Кого, 25 норму? Да, резко. Сейчас пойдем. Короче, у Копара КД, да? Ага. Да, спокойно, пошлите.
Плариум, ты пойдешь, шаман? Че, в смысле нет? Ясно. Сейчас Теренаска упадет на ШПшку, я знаю. Сегодня вообще на ШП хороший шмот падает, жалко. Не весь с ролью. Засранец, блядь. Да-да, да ты видел, сколько я на тапки кину? 86. Я 93. 91. 3. Он мне реально престу на ров везет. Еще и коня выбил со всадника. Вообще тема. Что ты хочешь? Рокер же, блин. С ирокезом белым. Давайте за то, что ВВ не встает, мы его кикнем. Он, наверное, обидится. О, встал, смотри, я сказал, он встал. Еще здесь и гер нужно. Кольцо, штаны и плащ выбить. Вообще зашибись. Ага. Все, всем спасибо, я портуюсь. Еще одну сетовую шмотку сейчас за лед возьму. Сейчас, короче, как раз успеем собрать, там что, 5-10 минут убить Халиона. Ну да, так и есть, сейчас изменим. Так, перенесли ХМ еще до 30 минут. 6-30. Да. Ага. Ну заебись-то, успел. А вообще кем был в рейде? На ЕП зайду сейчас. Нет, так тут другой, тут Дубасик писал, что на прото ролит. Он еще щит просил. Забывать им надо. Покорите. Все, прессуйте на ИПП. А кому ты зал отдал? Это Басику, по-моему. А зачем он Басик? Не знаю, что такое. Бати! Кто-то еще будет заходить? Так, ладно, число. Все, всем спасибо. Сейчас зайду на шмана, посмотрю там.